Здравствуйте, меня зовут Лайма Макарова Пёли, мне 7 лет. Я учусь в общеобразовательной школе в первом классе. Также я учусь в музыкальной школе Римского-Корсакова, тоже в первом классе. Я играю на фортепиано. У меня очень много пятерок и в той, и в другой школе. Я играю на сцене, пою. Недавно играла в спектакле Андрея Николаевича Максимова «День свадьбы». Занимаюсь в кружке рисования и айкидо. Также я участвовала в конкурсе «Король караоке» и заняла там второе место. Мне нравится сниматься в в кино, играть в спектаклях. В спектаклях играть, потому что много народу, интересно просто. А в кино, потому что тебя будут показывать по телевизору. Я буду рада с вами познакомиться и играть во всех ваших кино. До свидания.